Hi guys, welcome back to Junior's Blackadag Reactor for video reaction. Let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and fantastic. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is today, there is a 5 minutes ago, Russia prevented the United States from renting a military base in Uzbekistan. Oh my God. Whoa, why? We really want to know on this video also. And credit to the owner also with the video to Tap Army. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest or any information about Russia or the president of Russia, Vladimir Putin, pop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it, guys. Enjoy with this one and allow me to give some information with regards to this video. Russia prevented the United States from acquiring a military base in Uzbekistan after the disastrous withdrawal of troops from Afghanistan. That's the reason. The United States came under a barrage of criticism from the international community, which accompanied Washington's action with a large number of angry comments. Against this background, the United States faced another serious problem. It turned out that the Pentagon had no military bases in Central Asia. Oh my God, that's why. So let's watch in this video, guys. And I really want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles or whatever language that you want to choose. Let's get to it. Wow. Всем привет! Вы на канале Топ Армия. Россия помешала Соединенным Штатам обзавестись военной базой в Узбекистане. Такой информацией поделились китайские военные эксперты. Соединенные Штаты после провального вывода войск из Афганистана оказались под шквалом критики мирового сообщества, которое спроводило действия Вашингтона большим количеством гневных комментариев. На этом фоне Соединенные Штаты столкнулись с еще одной серьезной проблемой. Оказалось, что у Пентагона не осталось военных баз в Средней Азии. По словам китайских экспертов, Вашингтон оказался в действительно сложной ситуации, найти выход из которой ему мешает Москва. Об этом сообщает китайское издание Сохо. После ухода из Афганистана правительство США пытается найти новую базу в Средней Азии, чтобы продолжать оказывать влияние на регион, отмечают авторы издания. США хотят продолжать играть серьезную роль в Средней Азии, но сделать это без военных баз в регионе крайне сложно. Если Пентагон попытается провести какую-либо секретную операцию в воздушном пространстве Афганистана, ему придется задействовать самолеты, развернутые в Катаре. По самым скромным оценкам, пилотам американских машин придется преодолевать расстояние в 1500 километров, чтобы достичь своей цели. Более того, им придется лететь над Пакистаном, чего американские военные едва ли захотят делать. Именно поэтому правительству США необходимо срочно найти военную базу в Средней Азии. Американские военные несколько лет арендовали аэродром Карши-Хандаба, расположенный в Узбекистане. Однако в 2005 году представители Вашингтона попросили освободить военный объект. Соединенные Штаты долгое время арендовали военные базы в Узбекистане и других странах Средней Азии для поддержки своей группировки в Афганистане. Но срок аренды этих объектов истек, и сегодня присутствие американцев в регионе минимально, добавили эксперты. Некоторое время назад в западных СМИ начали появляться многочисленные сообщения, где говорилось о заинтересованности Вашингтона в размещении своих военных на территории Узбекистана. Обозреватели и эксперты издания Сохо не исключили, что США уже выходили на связь с Узбекистаном и прощупывали возможность вернуться в эту страну. Но, судя по всему, им было в этом отказано. Причиной тому является Россия, которая сохранила огромное влияние в Средней Азии. Россия имеет большое влияние в Средней Азии, особенно в странах бывшего Советского Союза, добавили китайские эксперты. Не так давно официальное заявление по этой теме было сделано представителями оборонного ведомства Узбекистана. Там сообщили, что размещение в стране иностранных военных баз невозможно. Авторы издания считают, что решение Ташкента было озвучено с оглядкой на Москву. Узбекистан прекрасно понимают, что Российской Федерации не понравятся разговоры насчет возможного появления американских военных в стране, и поэтому страна заблаговременно пресекла все ненужные слухи. Если Россия не кивнет, американские военные не смогут арендовать базы в Средней Азии, высказали мнение китайские военные эксперты.
А на этом все. Вы были на канале Топ Армия. Делимся своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. Bravo. Thank you so much, Top Army, for this amazing video. Such incredible information also. That was a great information with regards to the issue of the, like the American cannot put up another military base in Uzbekistan. It might be the Americans could not stand, or there are some rulings or there are some standards that they have to maintain and they cannot maintain it. That's why they are not allowed anymore to put some military bases in Central Asia or in Uzbekistan. Oh my God. And I really want to hear also with you guys, what are the more detailed, why they are not allowed anymore to put some military bases in those parts in the area? Because this is just the information that I get, and I know some of you guys are knowledgeable to get some more information. Just put it in the comment section. I would love to know more about it, because for me, what is my analysis is these Americans could not like stand, or they are not following such a protocol or some like things that they have to put up in that area, like in they are removing in Afghanistan, as what I mentioned earlier, that after the disastrous withdrawal of troops in Afghanistan, and might be they just committing something rules, or they just break the rules on that things in terms of military terms. And I really want to know more about you guys at the comment section. What are the things why these people, or why this American army cannot put up anymore another military bases in those parts? Thank you so much. You enjoyed watching with this one, guys. And if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share, subscribe also with my channel. This is Junis Vlog at the React, saying stay humble, positive, guys. If you want to connect, my social media account is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Prevet and Spasiba, to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye, guys. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video react.